сегодня спою духовный стих. Это устная народная традиция. Это то, что дошло до нас уже в устной форме, было привезено фольклористом из экспедиций. И потихонечку начинает возвращаться в быт усилиями многих уже коллективов, исполняющих духовную музыку. Вот духовный стих — это та песня духовная, которая была в человеческой жизни, которая сопровождала его всегда. Передавалась из уст в уста, пелась дома, пелась на улице, пелась на паперти храма. Сейчас мы споем казачий духовный стих, называется «Дорожник».